Привет. Сегодня второй день. Народу по машинам вижу будет немерено просто. Вчера была пятница, сегодня суббота. Люди не могут найти себе место нигде припарковаться, ни как проехать. Но надеемся, что мы вам покажем и побольше всего интересного. Сегодня профессиональные финалы Мисс Бикини, бодибилдинг. Самое интересное. Вперед! Сегодня продолжаем свой репортаж с выставки спортивной экспо. Называется Европа Геймс. Вот она как называется. Посмотрим, сколько сегодня народу. Должно быть еще больше, чем вчера было. Кстати, после... Машин очень много. Того, как я у себя там в соцсетях выложил фотку, где я с Колеманом, все спрашивают, что я дрыщ, какой у меня объем груди. Я скажу, у меня бицепс 46 сантиметров. Не так много, но ориентируясь на этом, вы можете сделать вывод, в какой сейчас форме Ронни. А все знаете, да, сколько ему лет, насколько он возрастной человек. Вот Ронни Колеман. Вы видите, это его личный автобус. Охранники у него есть. Как настоящая звезда. Казалось бы, да, зачем человеку большому? Ну, человек заслужил. Человек своим трудом, пахотой. Если кто помнит, когда уходили из спорта такие великие атлеты, как Шон Рей, Кевин Леврон, многие списывали Ронни Колемана. На тот момент он еще не был настолько великим. Но, тем не менее, после этого, когда ему пророчили уход вообще из большого бодибилдинга, человек пришел и 8 лет доминировал так, что никто даже близко не мог к нему подойти. Ой-ой-ой, а тут есть немножечко для нас, да? Блин, нет. А жаль. А так это хотелось. Это те, кто билеты, да, продает. Сегодня будет много различных фитнес-направлений. А это вот смотри, чирлидинг, я смотрю много. Зумба, различные всевозможные направления танцев. Попробуем по возможности вам все показать. Вот, как правильно называется. Европа Геймс. Get Fit Sport Expo. Вот как называется правильно. Ой, слушай, народу действительно больше. Но, скажем вам честно, мы сегодня опоздали к открытию на 3 часа. Просто мы так устали вчера, да. У меня ноги болят. Это наверняка Men's Physique. И девушка тоже какая-то. Может, бикини. А может, парни. А, они уже что-то выиграли у него. Да, да. А, планку держит, смотри. Прикольно, молодцы. Начнем, как всегда, с дринков. С маленькими детишками даже здесь. Посмотрите. Ничего себе. Как всегда, пакет. Пакет вот опять дали. Смотрите, какая.
выиграл уже мужчина. Какой-то кубок. О, вот выступающие. Сейчас я покажу. Вот чувачок выступал. А вот он сейчас. Сейчас покажем прикол. Такой лыбу тянет. Красавчик. Ага. Посмотрите, какое количество здесь на одном квадратном метре тренированных красивых людей. Так. Кроссфит. Парень умер уже. Да. А вот смотри на Яреву. Работают, ребята. А вот штанги ждут. Да, это кроссфит, да? Да, кроссфит. Да. Вот они. Слушай, ну не слабо мужики будут тут избегать. Может, это уже финал, там профессионалы, да? Отдыхает чувак. О, смотри, на шесте, на шесте. Это около нас зал. Да. The Body Club. Он такой фельдеперсовый. Но он больше женский, скажем так. Он такой. Это не Gold Gym. Смотрите, как она висит. Да. Но она мышцастая. Видно, что... Вот фигура просто у девушки. Вот слева стоит. Видишь, что такая? Вот это видно красиво. Но эта женщина уже, извини, лет уже... Пойдем. Лет, наверное, 40 есть. Молодец. А пиццу-то смотри, везут какими этими. Пиццу. Ой, я чувствую. Ой, пиццу. Ты чувствуешь? Папа Джонс или какая-то такая. Вон, вон, целая тележка. А вот, смотри, как их называют? Воркаут, стрит-воркаут. Стрит-воркаут, да? Смотри, что делает. В наушниках. Ну, вообще. Посмотри, бензуки тоже у них не слабые. Да-да. Это говорит о том, ребята, что перестаньте заниматься, не хочется говорить, выражаться, качая бицепс концентрированными сгибаниями по 15-20 килограмм. Подтягивайте. Чем больше будете подтягиваться, тем у вас больше будет бицепса. И спина шире. О, смотри, что делают. Разочек. Это устал. Зачем себя насиловать?
вообще пашет второй день. Вон девушки какие. Тоже они в какой-то категории выступают, не знаю, фитнес, бикини или что. Да, но это, слушай, это... Ой, сори. Тетя с Гуроном? Где тетя? А, вижу, вижу, да. Слушай, так это прям вообще такая тетя интересная. Давай я тебя сфоткаю здесь. Давай. Вот она выиграла. Вот девушка, видимо, с мисс бикини. Прикольно. Да, такие трусики коротенькие. Их нету просто. Такой попой можно. Ну да. Посмотри, как мышцы ягодиц накачивают. И как должна выглядеть модель фитнес-бикини. А то многие думают, что можно просто родиться красивой, месяц прийти, походить, потусоваться в спортзале. Как можно больше фитоняшек. Мы и главное дело. Сейчас пойду к мужикам приставать. Так, а тут что вот? Ух ты, какие волосы. Это просто... Да, это бижутерия, да. Почему-то. К чему-то бижутерия. О, смотри, там что творится. Я вам скажу, на общем, девушка вообще без жира и без кожи. Я в шоке. Посмотри, как что сегодня... Кожи. Ну, у нее кожа настолько тонкая, да, что просто такое чувство, как будто бы мышцу вот так мясо взял в магазине. Это что? Сколько раз? Да-да, это конкурс какой-то. Что-то выиграть, наверное, можно. Баночку какую-нибудь. Подтягиваться мы любим всегда и везде. Юлька, опять на полу. Ой-ой-ой, сегодня реально больше народу, второй день. Где что? Посмотри, какие ягодицы и ноги у девушки, хотя она одета в такой спортивный довольно комбинезон, да, но слушай, очень мощная. Я представляю, мощные, сколько эта девушка приседает. Не пора ли нам чего-нибудь выпить? The best drugs in the world. Not even. Подойди, тебе тоже дадут. Это такая мерный шейкер. А, да? Ну ладно. Мерный шейкер — это всегда хорошо. А, thank you. Вот. Начали. Потихоньку затариваемся. Затариваться. Ага. Но мы опять ходим неправильно туда-сюда, налево-направо. Куда ходим? Без хочешь? Системы. Но я не подохну по системе. О, смотри, вот. Вот это у нас есть, продается, да? Это, на мой взгляд, один из лучших вообще протеинов готовых. Из-за пюре. Он настолько... Да, ну, ризопюре у нас называется. Настолько он очищен, что его супер просто пить перед тренировкой, после тренировки. Надо попробовать, мне он нравится, я помню, пила. После я вчера пробовал, очень тоже классно. The best продукт. Такой дядя накачанный, но он какой-то известный. Вот он. Вот он. Вот он. Вот этот вот. Мы возьмем. Вот он. Да, в Майами живет человек.
Майами? Да. Все они в Майами. Очень-очень, кстати, добродушные. Не отказываются. Я второй день к нему подхожу фотографироваться. Ага. Профессиональный атлет. В следующий раз будет выступать в Тампе на про-турнире. Живет, тренируется в Майами. Тут вот все, смотрите, очередь за колбасой. О, масл-тек поедем. Да? А на самом деле это все крони. Давай, иди там встань, подпиши, а я здесь. Дают очень много. Да. Маслтек — это крутая фирма. Очень известная в России тоже. Сейчас мы получим какие-нибудь подарочки. I like this product. It's after workout. It's very, very, very good. Это после тренировочный. Да. Это новый, короче, халло. Да, обновленный. Анаболик. Так прямо написали. Анаболик халло. Вот изолят. Чистейший изолят протеина от MuscleTech. Попробуем. Вот его сейчас можно вот так вот наливать. Пробовать. Сейчас попробуем. Инвалидных креслах здесь тоже болеют. Родственники, видимо, чьи-то спортсменов. Во-во-во-во. Пошли, пошли, пошли. In fifth place. Number 57, Mariette Faria. Красота тела, а тут пол тела закрыто. Ой-ой, дядя.
какой идет. Он где-то что-то выиграл точно. Такой мышечный вообще. А вот маленький какой. Маленький, а какой накачанный тоже. Я не знаю, наверное, метр 50 нету в нем. Молодец. Награждение красавчика. In third place, gentlemen, we'll see Christopher back to the overall. Все, наградили. Молодцы. One. О, девушки какие. Чемпионки, это, ну, они снимают там роликов, они помнишь, я показывал такие с большими силиконовыми сиськами, но с классными делами. А вот смотрите, еще какая-то звезда Дематайза. Она представляет Дематайз. К стыду мы всех не знаем. К стыду. Ну что сделаешь? Вот очередь стоит. Да, очередь тоже приличная стоит. Видимо, она какая-то чемпионка. Девчушки пошли. Смешные такие. Девчушки, вот они. Ой-ой-ой. Вот какая-то модель. Егор. Вот так вот здесь просто дают автографы. А вот он, Рич Гаспари, мы с ним сфотографировались. Thank you very much. Попробуй. Это что? А, это и запью. Селтек теперь раздают. Чувачок известный, видимо, тоже, да? Смотри, а, вот автографы. Да, автографы вон раздает тоже. Так, там раздают какие-то еще всякие разные вкусняшки дают. Ой, это что такое? Бодитек. Бодитек. Да, у нас tech, есть tech. Такая фирма? Не помню, но я о ней слышал. О, какой дядя. Thank you. Сейчас фото сделаю. Девчонка такая накачанная. Чувачок, все. Metabolic Man. Это Metabolic Man. Человек Metabolic. Это что там новенькое, честно скажу. Не помню, не знаю, что это. Muscle Sport. Фирма. Что только не придумают, какие названия. В различных комбинациях Muscle и Sport. Вот расценочки здесь. Как всегда дают попробовать. Ты видишь прикол? Готовят. Да? Смотри, люди учат, смотрят. И это продают сковородки, видимо. Без, смотри, без масла вообще. Да, да, да. Это же для качков самая лучшая готовят тема. Без. Без масла. Мне нужна сковородка, мы переезжаем. Почем они? Не знаю. Ну, какие-то, видимо, сталь какая-то крутая. Хорошая какая-то, наверное, сталь. Вот, говорит, пробуйте. Или не пробуйте. Девушки. Желающие. Вау, вау. 37-37. Вон с кубками люди стоят. Выиграли вот Men's Physique. А вот пробует запрыгивать. На скорость или на частоту. That's where coach is awesome.
девушка какая, энергичная. Раскачала всю стойку, молодец. Ну да, фигурка у нее хорошая. Вот маленький монстр растет. Смотрите, что в Америке сейчас популярно, и они преподносят это как ноу-хау. Но у нас давно уже это все. Продают гири. Скажу вам, конечно, они очень тяжелые. В России я таких не встречал. Она весит порядка 60 килограмм где-то. Вот с маленькими детьми сидят. А вот здесь что-то накладывают. Какая-то здоровая еда. И интересно. $7 что хочешь? Да, $7. Ой, сори. $7. Вот это вот тебе что хочешь. Салат, вон тех блинчиков. Хочется поесть. Да, вот можно попробовать. Very tasty. Маффины. Вкусные. Такой прикольный на сегвее. Так, а здесь в очередь стоят. Да, здесь просто это те, кто выступали уже, да, наверное. Ну, классно. Да. Девчонки. Давай, стань тоже. Она в Москве, конечно, тоже представлена. Ой, в России. Масло Милк. Раздают. Ничего себе! Да, это кто? Да, thank you. Это так. Кофе с зеленым. Зеленый кофе, да, очень здесь? Очень полезный сейчас, да. Да-да-да, вот они делают с молочком. Сейчас попробуем какой-то кофе. Yes. Девочка вон помогает маме. А вот там-то вкусняшку какую-то дают. Посмотри. Не знаю, такая очередь стоит. Но они достаточно дорогие, получается, за две баночки $60. Но так еще дороже. Ребеночек как сзади удобно расположился. Девушка какая интересная. Желтом. А, это фирма Sun, это хорошая фирма, между прочим. Тут какие-то призы раздают. У чувака день рождения, что ли, сегодня? Он выиграл, и колпачок такой прикольный. Мальчик уже изо всех сил. Опа, молодец. Напрягается. Он уже много сделал. Раз. Смотрите, как мило. Боже мой, как это все мило. Все.